Ну что, друзья, везу вон друга, который послужил нам всего лишь 3 месяца, в магазинчик. Попробуем разобраться и решить проблему. Заворачиваем в ленту. Принесите тогда батут, сейчас карту мне дайте, будем искать пока. Паспорт нужен? А, паспорт будет нужен. Так, давайте скидочную карту номер. Да. Тут просто подойти к стойке информации. Чтобы просто так не его не тащить. Иду за батутом. Так, батут погрузил на тележечку. Везем в магазин. Ясно? А, все, понял. Вот здесь еще вот тут, пожалуйста, дата, подпись, шифровка. Так, вы, пожалуйста, примите ручку. Фамилия, имя, отчество и вот тут подпись и дата. Так, у вас наличные, да? Пожалуйста, найдите. Это можно. Рубль ваши 10 тысяч. Правильно? Правильно. Все. Спасибо. Ну, вот батутик сейчас видит Москва. Все решили быстро и приятно. В общем, друзья, вся процедура заняла 10 минут максимум. Батут приняли без особых проблем, забрали, вернули денежки. Все хорошо. Супер. Хотя можно было обменять трубу, но я думаю, в 2 раза в 1 реку не входит. Деньги, мне кажется, можно будет за эти деньги взять. Сейчас как раз сезон заканчивается, можно будет взять что-нибудь поинтереснее. Лента, респект тебе. Респект. Отлично сработали, ребята. Спасибо. В общем, друзья, забрал я денежки. Вот они, вот 10 тысяч рублей. Все прошло аккуратно, оперативно, за что ленте огромный респект. Понравилось видео? Подписывайтесь, ставьте лайки и берегите ваши вещи и батуты. Пока-пока.